Итак, запись вроде пошла, и в этот раз она работает нормально. Тогда всем еще раз привет, добро пожаловать. Подобный дракону 8, глава 11, возвращаемся к Ичибану. Погнали. Глава 11. Волк в овечьей шкуре. Остров Нелла. Примерно 100 километров в Гонолулу. Вы приняли мудрое решение, господа. Огонь Пеликана уничтожит и тот яд, что отравляет душу, и тот, что пятнает землю, не сомневайтесь. В нем сгорят и ваши грехи, и ваши отходы. Теперь все вы члены моей семьи. Скоро правительство вашей страны объявит о новой энергетической политике. Ваши прекрасные атомные реакторы наконец-то вернутся к жизни и обогатят нас всех. Те, кому посчастливилось сегодня здесь присутствовать, обретут благополучие, будут купаться в деньгах. Мы в долгу перед вами, щедрый гуру. От лица всех жителей Японии я благодарю вас за очищение нашего народа. Я говорил с министром, мы готовы возобновить работу электростанций. Примите мою глубочайшую благодарность. Если позволите, вы настоящий луч света во тьме нашей многострадальной экономики. Даже больше. Вы наш спаситель. Не будем забывать о нашем скромном партнере, Эбина-сан. Мы благодарим вас. Вы заслуживаете больше славы, чем мы можем вам предложить. Это правда. Вы оказали нам огромную услугу, Эбина-сан. Это честь для меня, председатель. Как только моя организация будет восстановлена, я с радостью публично выступлю вместе с вами. А пока надеюсь на ваше дальнейшее руководство и поддержку. Прошу прощения, господа. Боюсь, наше время истекло. Мне пора проводить ритуал со своей паствой. Всего хорошего. Хорошие новости, хозяин. Что за новости? Девочка у нас. Ее доставили следующим рейсом. И это должно меня обрадовать? Если бы ты нашел ее раньше, мне бы не пришлось обращаться к Эбине. И если он однажды воспользуется этим против нас, то этот день станет для тебя последним. Дуайт. Этого не случится, клянусь. Че все ритуалы у них? Вы все избраны. Отец Брайс наделяет вас правом огня. Станьте же с пламенем единым целым и спасите этих жалких грешников. Продолжайте. Искупление еще не завершено. Они должны обрести истинную чистоту. Я так вами горжусь, дети Пеликана. Даже если весь мир погрузится во тьму, я уверен, что ваше пламя осветит вам путь.
Все еще не спите? Вам надо отдохнуть, иначе вы будете бесполезны. Вообще тут он на «ты» общается. Опять перевод не туда. Лани. Простите меня, Акана-сан. Это я во всем виноват. Какого хрена? Прямо смотреть тошно. Эй, ты! Можешь тут и дальше распускать сопли. Мне насрать. Но не забывай, вот о чем. Кирю Казума еще жив. И рассчитывает на тебя. А ты уже и так много раз его подвел. Зря, что ли, он тебе доверяет. Так что подъем. Вообще-то нет. Ну и что ты будешь теперь делать? Так правильно. Ты прав. Пора за дело. Тогда шевели жопой. И так кучу времени зря убил. Да. Блин, Ямай красава прямо. Можно его главным героем следующей игры в спин-оффе? Ну или в пати хотя бы отдать его. Вот, ну дал поджопник и сразу взбодрился. А, это вы. Здравствуйте. Я хотел спасибо сказать за то, что позаботились о Кирио-сан. Благодарить надо нашего патриарха. Я лишь выполнил его приказ. Извините за бестактность, но как вы здесь оказались? Да я тут не один такой. Мы все были в трудном положении и нуждались в помощи. О? Какой помощи? У каждого была своя ситуация, но так или иначе, мы все потеряли дом и вынуждены были уехать. Я долгое время скитался, как и многие другие, а потом попал сюда. Они не задавали вопросов, просто приютили нас, как своих. Говорят, в Японии Ямай убил человека. Это правда? Да. Раньше он был таким же бродягой, как и мы. Но сумел взять волю в кулак, выбить себе место в Гонолулу. Хотя весь город был в тисках у местной мафии. Потом изгои вроде меня услышали о его успехе. И это дало нам надежду. Так и образовался синдикат Ямай. Кстати, как раз было интересно, почему вы называетесь семьей Ямай? Почему именно синдикат? Ну, строго говоря, мы никогда не были якузы. Да ладно, мне казалось... Тебя ведь зовут Тамизава, верно? Ты же не давал клятву Ямай. Нет, не давал. Старая гвардия зовет Ямай патриарха и ведет себя соответствующе. Неудивительно, что у новичков возникают ложные впечатления. Конечно, примерными гражданами нас все равно не назвать. И потом, мы ведь занимаемся примерно тем же самым, такими же грязными делами. Хо? Ну да. Ямай никогда не нравилось, что его называют патриархом. Мне кажется, ему просто надоело с этим бороться. Я начинаю понимать, почему его так уважают. Спасибо, что все это нам рассказали. Ну, нам, старикам, только дай поговорить. А они серьезно в какой-то необязательный диалог засунули такой важный лорный момент про Ямай? Неплохо. Я думал, тут, типа, сейчас будет одна-две фразы, типа, привет и пока, или спасибо, что помогаете. Ладно, поговорим с женщиной, Ямай. Что вам надо? Из-за вас у босса были проблемы. Так что на теплый прием не рассчитывайте. Ладно, я понял.
Ямай, похоже, он всех тут очаровал. Много ты понимаешь. Да не, просто каждому свое. Думай, что хочешь. Он дал нам всем крышу над головой. А теперь уходите. Здесь вам не рады. Но я вот что-то примерно такое ожидал. Когда мы нашли Акана сына и Влани, я уж подумал, наконец-то все позади. И тут на тебе. Я не перестаю думать о Ханаве-сан и Вонге. Все это время мы играли только на руку злодеям. Кстати, а где Читоса? О. Мы, конечно, и раньше бывали в дерьме, Касуга, но... На этот раз мы застряли в нем по уши. Может быть. Но жалеть себя нет смысла. Мы должны найти Лани. Надо спешить. Может быть, она еще жива. Да. Но с чего нам начать? У нас же ни единой зацепки нет вообще. Типа, вспоминая, там Брайс наставил пистолет на Лани и был готов ее застрелить. Но ей повезло. А учитывая, что ее уже завезли, увезли отсюда. Типа, по идее, Брайс уже должен ее давным-давно был убить. Так что, боюсь, мы ее уже не найдем. Ну или приказал своим людям разобраться с ней. Да, плохое у меня предчувствие, ребят, но надеемся на лучшее. Мои люди уже следят за Барракудой и Ганджо. Если повезет, может кто-нибудь сумеет выяснить, где девчонка. Ну ладно, все-таки все намекают на то, что они не убили ее. Что странно. Раз она так важна для них и опасна. Адачи-сан. А куда подевалась Читян? Только что здесь была. О, черт. Неужели она опять нас кинула? Кинула? А сейчас-то это и зачем? Ну, все это время Эйджи разыскивал Лани, а Читоса спокойно везде с ним ходила. Может, она решила, что раз теперь мы все знаем, то захотим отомстить? Но ведь Читян пыталась нам помочь, предупредила, что за нами идет Поликана. Она одна из нас и знает об этом. Ты кое о чем забыл. Если бы Читян выдала Эйджи хоть на пару минут раньше, Лани сейчас была бы с нами, а Ханава-сан и Вонто остались бы живы. Ел, говорит. Прости, Касуга, но здесь Томми прав. Адача-сан, и ты туда же. Она наверняка не могла по-другому. Никуда Читян не сбежала. Вот увидите, она где-то здесь. Читян. О, черт. Не отвечает. Как ее полное имя? Читоса? Она ушла одна, недавно. Мне только что сообщили. Читян? Больше того. Она еще ни один из наших пистолетов прихватила. Что? Ловкая деваха. Мои люди не держат оружие на виду просто так. Ямай, ты не знаешь, куда именно ушла Читян? Пропажу пушки мы заметили только что. Значит, как минимум, полчаса прошло. На кой черт ей пушка? Неужели решила сама за Лани отправиться? Да хрен там. А я вот чувствую, что так и есть. Она пошла к ним, к Эйджи и к Поликане. Значит, она знает, где они. Да она с ума сошла! Ее же там убьют! Идем за ней, скорее! Да погодите вы!
Читян, может, и знает, где они, но мы-то не знаем. Да. Слушайте, давайте не будем пороть горячку. Нам нужен план. Ладно. Предлагаю поговорить с татуировщицей. Скио-сан, ты опять к ней? Суда. Да, если кто и знает, куда могла отправиться Чи-тян, так это она. Так себе план. Но попробовать можно. Пошли. Нет, Читоса ушла, ребят, это жопа. У нас на одного персонажа меньше в пэте. Надеюсь, она все-таки быстро вернется к нам. Дача билет. Так, тут 7, а тут ничего. Берем хотя бы десятку, поделаем дачу. Ну, ребят, квест с судимонами, как и с островом, уже оставим. Или на после прохождения сюжета, или перед финалом. Ну, или если нас заставят. Тридцатый уровень. Ни о чем. Блин, у Кирю там 43 уровень был, 44. А Ичибан отстает. Надо пофармить. Ну, Судимона просто откроет эксклюзивный класс для Ичибана призывателя. Как бы это... Это может быть полезно на финальном боссе. Ух, ничего себе, хорошая комбо. До свидания. Опять вы. Снова здорово. Лани похитили. Акана-сан чуть не убили. Слухи быстро разлетаются. Какая же я дура была, что доверилась толпе косоруких дебилов. Я передала их вам, и вот чем все кончилось. Просто не верится. Слушай, не говори так. Помнишь, у нас с нами была девушка, что зовут? Она сюда не приходила? А? А что? Вы ее тоже довели? Вообще, она вроде не так давно проходила мимо. Пожалуйста, скажите, что знаете, куда она пошла? Что? Я, по-твоему, умею мысли читать? Понятия не имею. Да и время сколько прошло. Что же нам делать? Читоса пошла к Эйдзи, зуб даю. Хочет либо ему отомстить, либо спасти Лани. Но в любом случае, она там же, где и он. А нам-то это как поможет. А вот как, если мы найдем Эйдзи, наверняка найдем и Читоса. Да, понятно, но где его искать, мы тоже не представляем. Лучше уж такая зацепка, чем вообще никакой. А ты что думаешь, Касуга? Может, сходим в убежище Дайдоджи? Этиан сидел там кучу времени, следил за каждым нашим шагом. Вдруг он оставил там что-то, что нам пригодится. Логично. Хорошо, давайте попробуем. Только там еще, наверное, работают полицейские. Нам придется держаться подальше от них. Ага. Shit.
Раз никто этого не говорит, скажу я. Читя, наша команда выглядела куда приличнее. То разве не так? Так-то оно так, просто не сыпь соль на рану. Так. Нам нужно выбивающее дайдоджи. Да, ребят, все-таки. Без читян в пати не то уже. Кого-то будто не хватает. Так, пойдем сюда. Ну да, полиция все еще тут. Правильно мы сделали, что сбежали тогда. Полиция на этот раз работала оперативно. Кажется, тела уже вынесли. В любом случае, близко туда лучше не подходить. Ичибан, если они тебя схватят, то все, кранты. У тебя нет паспорта. И в этот раз ни Кирюса, ни Дайдоджи не помогут. Правда? А вы уверены в этом? Это же вы! Кто это? Ты их знаешь? Вы, наверное, нас не запомнили. Мы личные помощники Ханавы. Когда на убежище напали, мы охранили самолет Акана-сан. И ни о чем не подозревали. О том, что там случилось, мы узнали по камерам наблюдения в убежище. Похоже, Митамура Эйджи был агентом Поликаны. Похоже на то. Слушайте, парни, насчет Ханавы-сан. Можете ничего не говорить. Вы не виноваты в его смерти, Касуга-сан. Митамура прекрасно сыграл и перехитрил нас всех. Мы ведь знали, что Гавайи — это чужая территория. Надо было взять побольше людей. Мы сосредоточились на Поликане и забыли обо всем остальном. Наше начальство просчиталось. Мы так об этом и доложим. Ну ладно. Мы прекрасно понимаем, что если бы не вы, то Акана-сан до сих пор бы не нашли, или вообще бы не выжила. Ханава до самой смерти верил в нашу организацию и в это задание. Надеюсь, вы правы. Только мне все равно кажется, что в каком-то смысле он погиб из-за меня. Надеюсь, вы понимаете меня. Поэтому я и здесь. Мы вас хорошо изучили. И хотим предложить свою помощь. Какую помощь? Давайте обсудим это не здесь. Мы следим за Митамурой. И знаем теперь гораздо больше, чем раньше. Я хотел поделиться с вами наблюдениями. Они могут вам пригодиться. Где встретимся? Может, в отеле? В бывшем номере Кирюса. Вы наверняка помните, где это. Мы отправимся туда первыми. Лучше, чтобы нас не видели вместе. Они на удивление вежливые для тайных агентов. Видимо, Ханава хорошо их воспитал. Да. Ладно, идем. О, как удобно. Хорошо, что у нас остались кое-какие помощники. А, блин, попались. Так, привет, Лекс. Вы что, еще живы? Все. Олег, 25 минут по записи. По сути, мы только начали главу. Так. О, Ман, кстати, привет. Так, лучше я использую такси, а то тут очень много гопников. Знаете, насчет Эйджи и Дайдоджи. Дайдоджи типа такая
тайная и всесильная организация. Как они не могли изучить получше Эйджа, чем... прежде чем пустить вообще его к нам. Типа они просто доверились вот так легко Касуге его словам и даже не проверили его параллельно. Ну ладно. Это из-за разряда придраться, но типа, блин, раз их нам показывают как по всемогущей организации. На руками так и... Он пришел из Японии сюда. Он не житель Гавайев. Как бы в этом-то момент. Как бы если бы он был урожден сам Гавайев и жил тут, то типа окей, ладно. А так он из Японии прилетел вместе с нами, по сути. И следил за нами все это время. Ну, кстати, вот этих можно прибить быстро. Десятый уровень. Ну, да, вижу, что они уже не всесильные. Блин, я надеялся, тот чувак не исчезнет. Ну ладно. Мы вас ждали. Заходите. Я все хотел спросить, когда Кирю-сан вылетел на Гавайи, номер ему вы забронировали? Да, все организовали мы. Мы знали о состоянии Кирю-сан, но опять же, недооценили опасность, которая перед ним возникла. Первоначально у нас была одна постоянная цель — найти Акана-сан. Но тогда получается, что вы уже выполнили свою задачу. Акана-сан сейчас в Ямай. Вы могли бы просто ее оттуда забрать. Верно. Прошу, садитесь. Мы все объясним, но это займет время. Если говорить вкратце, планы Дайдоджи теперь шире, чем просто найти Акана-сан. По действиям Поликана стало ясно, что мы заблуждались, когда ставили себе эту задачу. На самом деле, нам нужна была не Акана-сан, а Лани, ее подопечная. Значит, Дайдоджи и банда Ямай совершили одну и ту же ошибку? Одну и ту же? Ямай преследовал Акана-сан, но сам не понимал зачем, так же, как и вы. За ней охотились все банды Гавайев, просто потому, что знали. Ее ищут и другие. Всем жутко хотелось набрать очков в преступном мире или утереть нос врагам. Понимаю. Мы и правда действовали схожим образом. Вот только мы с самого начала знали, зачем Акана-сан Поликане, и искали ее не просто так. Тогда в чем вообще дело? Имейте в виду, эту информацию нельзя разглашать никому. Поликана заключила тайную сделку с нашим правительством. Правда, что ли? И какую же? Могли бы получше что-нибудь придумать. Они планируют возобновить работу атомных электростанций. А утилизацию радиоактивных отходов Поликана берет на себя. Что? Нам сообщили, что на их острове Нел уже есть все необходимое для захоронения отходов. И заключить эту сделку Поликане помог никто иной, как Эбина из клана Сэйрю. Серьезно? Эбина? Утилизация ядерных отходов — большая проблема для любой страны. Именно из-за них реакторы приносят больше вреда, чем пользы. Так что для правительства Эбина и Поликана стали настоящим спасением. Власти их встретили с распростертыми объятиями. Теперь в Японии смогут запустить реакторы, строить новые станции, даже продавать их в другие страны и получать огромную прибыль. Только в Дайдоджи сразу поняли, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мы уверены, что здесь точно есть какой-то подвох.
Подвох? А какой? Это мы еще не выяснили. Единственный, кто это знает наверняка, те, кто предложил саму сделку. Чтобы выяснить истинные намерения Поликана, надо поймать их с поличным. А чтобы это удалось сделать, нужна правильная наживка. То есть Акане-сан и Лани для вас всего лишь наживка? Да. Дайдоджи сочли необходимым раскрыть это нам с учетом обстоятельств. Смерть Ханавы стала для них полной неожиданностью. А теперь давайте на чистоту. Кто такие Дайдоджи? Суперкрутая преступная группировка? В Японии мы — теневая власть. Правда, мы уже не так сильны, как раньше. Зачем им отправлять людей на Гавайи и вести с Поликаной войну чужими руками? Не верю я, что они просто хотели помешать этой сделке. Вы неправильно поняли. Наша единственная цель — это благополучие Японии. Просто нас волнует и отдаленное будущее, а не только дела ближайшего времени. Способ утилизации, который предлагает Поликана, не так безопасен и не стоит тех денег, которые они забирают из бюджета. В какой стране придется жить нашим детям? Вот вопрос, на который должен дать честный ответ любой патриот. Говоришь, как политик какой-то. У меня вопрос. Что вы будете делать, когда мы вернем Лани? Как и собирались, увезем туда, где Поликана до нее не доберется. Самолет по-прежнему ждет ее. Понятно. Значит, пока что у нас с вами общая цель. Вырвать Акане-сан и Лани из лап Поликана. Верно. Но есть одно препятствие. Человек, который выдал нас врагу. Да, это Эй-чан. Ты говорил, что вы что-то о нем узнали. Как ни странно, Митамура Эйджи — это его настоящее имя. Он был политическим обозревателем в Тото Пост. Эй-чан работал в газете? Да, но 5 лет назад его неожиданно уволили. Когда признали виновным в автомобильном наезде на человека, он кого-то сбил и скрылся? Скорее всего, но в своих показаниях Митамура настаивал, что его поставили якузы. В частности, упомянул семью Аракава, утверждал, что они в сговоре с комиссаром полиции. Как это? Судя по всему, он уже давно занимался этим делом, искал доказательства коррупционных связей. Поскольку свое дело Митамура знал хорошо, его сочли угрозой и решили заткнуть. Как-то раз, когда наш репортер после долгого и трудного рабочего дня ехал домой, вдруг прямо под колеса его машины выскочил пешеход. Эйджи заявил, что его поставила семья Аракава. Доказательства, разумеется, не нашли. Затем в суде изучили записи с видеорегистратора. Видно было, что жертва движется неестественно. Но само по себе это еще ничего не доказывает. А потом пострадавший заявил, что ничего не знает об Аракаве. И это признание поставило точку. Но, к счастью, он почти не пострадал, так что вина водителя была признана незначительной. Эдди отделался штрафом в нескольких сотен тысяч йен. Но репутация его была испорчена безвозвратно. Если ту аварию действительно построили люди Аракавы, то они добились своей цели самой аварии. Приговор уже ни на что не влиял. Ты сказал, что у Митамуры не было доказательств. Но мне почему-то кажется, что ты знаешь больше. Даже если наезд спланировала семья Аракава, то Аракава Масуми, скорее всего, не имеет к этому отношения. Одинокий репортер, какую бы шумиху он ни поднял, вряд ли привлек бы внимание патриарха. А вот Джо Савашира — это уже другое дело. Честно говоря, очень похоже, что аварию спланировал он. Если это правда, то у меня с Эйджи гораздо больше общего, чем я думал. Мафия, якудза и прочая шваль разрушили жизни нам обоим.
А чем Эйджин занялся после того суда? После того, как его уволили из Тоуту, он пришел к новому работодателю. В некоммерческую организацию «Отбелим Японию». Эйджин был там? Да ладно. Он связался с этими говнюками? Семья Аракава лишила его всего. Борьба с Якудзо от имени «Отбелим Японию» наверняка показалась ему благородным делом. Вот он и решил к ним присоединиться. В этой организации Митамура добился больших успехов. Вскоре на него обратил внимание Аоки Рё. Он назначил его руководителем тайкийского филиала. О, как. Акума, кажется, возглавлял филиал в Йокохаме. Вот так совпадение. Скажи, Касуга. Да уж только... Если Этиан так ненавидит Якудзо, почему он согласился работать с Эбиной? Неужели правда купился на историю о втором распуске? Учитывая, что мы сейчас узнали, это единственная разумная причина. Парень так стремился отомстить Якудзе, что не побрезговал даже объединить силы с одним из них. Ты правда так думаешь? Ну, что Эйджи реально верит в распуск. Допустим, это так. Но ведь что он натворил? Он же помог мафии похитить ребенка. Неужели он бы и на это пошел? Ну не знаю, видимо, у вас с ним все же не так много общего, как тебе кажется. Придется спросить об этом у самого Этиан. Верно. А что было дальше? Эбина нанял Эйджи, и тот прибрал к рукам канал Читоса. Типа бывших журналистов не бывает? Хотя сейчас он просто разгоняет слухи в блоге. И теперь на этом канале говорят только то, что вели до Эбины. Еще Митамура, агент Эбин на Гавайях. Поддержка Поликана значительно усиливает его позиции. Лани, вот ключ ко всему. Без нее мы пропадем. Наследие Кирю-сан, жертва Ханавы. Все это будет пустое. Ясное дело, но... Тут мы по-прежнему сидим в тупике. О, Читян мне написала. О, и что пишет? Ничего, фотку скинула. Вроде бар какой-то. Тут только вывеска. Может, Читян хочет там с нами встретиться? А может, Эйджи сейчас как раз там? Томми. Ты знаешь, где это? Пожалуйста, скажи, что знаешь. Знаю, знаю, не волнуйся. Зашибись! Касуга-сан, вы думаете, Лани тоже там? Надо скорее пойти туда и проверить. Спасибо, ребята! Ханава-сан. Надеюсь, вы не зря в них так верили. Довольно длинный и тяжелый диалог местами. Огромные фразы. Короче, на этой фотке вывеска клуба Guilty. Но есть одна проблема. Он рядом с пятым районом, а это территория Барракуды. Ну, значит, надо быть наготове. Верно я говорю, Касуга? Ты уж прости, но вполне возможно, что Читос опять пытается нас обдурить. Надо быть готовыми ко всему. А, ну это, ребят, типа намек. Так, а что у нас там вообще? Ну, можно пойти там закупиться... бутылками всякими. Так, и чё? Я не 100 бутылки я закупал все. Тогда оружие. Давайте посмотрим где-нибудь хорошее оружие. Так, вот тут доски можно взять для...
этого Томизава. Так, у Томизава 25 ранг. На самом деле ему можно класс поменять. Давайте так и сделаем. Давайте возьмем ему класс ковбоя. Правда, ульту с дельфинами мы потеряем. Ну ладно. Так, вода. Кигая. Тоё. Вкуには кодавару фо нанда. А, ну тут больше ничего интересного. Ма, мите на. О боже. Да, это будет весело. Так, а теперь оружие. Сколько у нас денег? Нормально. Алоха. Так, ну бита нам сейчас не нужна. То, что есть достаточно, а больше тут ничего нету. Thank you. Нам нужны нунчаки и револьверы. Так, тут у нас доска. А тут так, нет. Тут тоже ничего интересного. Тут тоже все фигня. Ну тут довольно щеброски. Так, ну надо идти туда где-то. Так. Раскраса. Так. Ляпки. Ну, кстати, а пролистывать их никак нельзя, потому что там очевидно, что больше должно быть всякого. А, ну тут, окей, понятно. Тут все для BDSM и для идолов. О, во! Так, ну по пути можно зайти вот во все эти магазины еще. Смотреть, что тут есть лом. А, так, это у нас для острова. О, гранатомет я куплю, это пригодится. Ну, это тоже можно взять. Да, кровавленные бинты. Ну, вы поняли, мы в китайском районе. Алоха! Ну, здрасте. Бананы, ребят. Аригато. Типа, учитывая, сколько они восстанавливают, типа, какой смысл в них? Так. Давайте накормим песика. На, держи. Так, стоп. Я что-то не туда пошел. Отвлекся. Но не, сейчас опять 40 уровня эти ребята. Я ж сказал. Пацаны, дайте мне убежать. Спасибо. Нет. Так, отлично, сбежали. Блин, походу вход только вот с этой стороны, только там... А, нет, там не особо сильные враги. Ладно, не все так плохо. Маленький.
Бля, на самом деле было бы неплохо еще 40-й уровень пофармить. Все. И это все. Давай. Ух. А он хорош, слушайте. Что-то я Resident Evil 4 вспомнил сразу. Кстати, тут есть еще кузнец, у которого можно оружие обновлять, если не забыли. Ну, типа, в этом особо смысла сейчас нету. Пока не возьмешь что-то топовое, тогда уже можно обновлять. Ух, хорош, успокоительно сработало. О. Так, ну, вроде ковбой пока что прикольный, но самые интересные навыки впереди. На, держи. Отлично. Еще один Сузимон. Ирашай. Так, ну здрасте. Типа, ну разница есть. Ладно, возьмем это пока что. Аригато. Так, дальше. Пистики, пистики. О, во, револьвер. Отлично. Так, ну здрасте. Алоха. Хороший тут ассортимент. Угу. Так, ну давайте вот этот возьмем. Держи, Томизава. Thank you. Так, ну все, погнали к сюжету. Так, на всякий случай сделаю сейв, вдруг там сейчас мы зайдем, а там враги 50 уровня. Блин, а у меня слоты для сейвов закончились. В смысле, их только 30? Ну ладно. Просто на всякий случай делаю сейвы в новых слотах иногда. А вдруг что-то важное пропущу и надо будет вернуться. Так, на самом деле я бы еще поел. Ну ладно. いけるじゃん。いいな。いけるじゃん。悪くねえ。うめえな。
Ну, обычно их ставит 99 и все. А тут у нас 30. Вот это место, Ичибан. Клуб Гилти. Говорят, это один из самых злачных клубов на Гавайях. Оно и видно. Читян звонит. Ты нас слышишь? Это я. Читян, у тебя все хорошо? Я искала Эйджи. Не знала, как мне еще загладить вину перед всеми вами. Ты ни в чем не виновата. Вместе мы справимся, только... Пожалуйста, послушай. Эйджи здесь. В клубе Гилти. В дальней части зала. За вип-столиком. Он выпивает и смеется. Тут полно людей из Поликана. Ясно, я понял. Читян, ты там, внутри? Да. Мы уже идем. Помним, мы твои друзья. Эйтян уже у нас в руках. И Лани мы обязательно вернем. Нет времени. И потом. О чем ты вообще? Никакие мы не друзья. Я предала тебя. Эйди манипулировал тобой. А я ему помогала. Вдруг я опять собралась тебя обмануть? Откуда тебе знать? Ты не забыла, что я тебе сказал тогда в пятом районе? Так вот, Читян, ничего не изменилось. Я принял решение доверять тебе. И не жалею об этом. Все будет хорошо. Вот увидишь. У этого парня золотое сердце, девчонка, поверь. Держись, Читян. Скажи ей, что мы уже идем. Не тупи, Томми. Вы же на громкой связи. Ну все, увидимся внутри. Ладно. Ладно, хорош. Блин, у нас драматические моменты, а Томми все испортил. Эй, да это же Касуга. Ты чего здесь забыл? Да так, с другом договорился увидеться. Может, дадите пройти? Ну и наглец. Ребят, к нам тут новые боксерские груши подвалили. Держись, Читян. Мы сейчас. Так. Ну, Лекс. Скоро увидим. Вот именно. Короче, 32 уровень. Ладно, проблем не будет. Мы плюс-минус соответствуем. Хотя, почему плюс-минус у нас так 6? Хорош. Да хватит гавкать. Хорош. Слушайте, а ковбой реально неплох. Ну все, идем. Так, идем, идем. Выйти не дают, я хотел там собрать бонус, пофоткать, ну ладно. Так, ребят, давайте маленький перерыв и погнали дальше.